меня дружба. Там должна быть мама, папа, деда, бабушка, внучек, кока, улыба, сонда, и только кисть унибас, и потомчик улыбас. Семья, это означает, что есть папа, мама и я. Семья – это бабушка, мама, дедушка, бабушка. Она семья, семья дружная. Они меня любят, и я их люблю. Семья – это мама, папа, деда, папа. Я Даина. У меня есть старший брат, но я хочу еще сестренку, но мама, папа мне не покупает, потому что говорят, что денег нет. Семья, брат, да, брат, Этьен, Энен, Бабай, Эвель, Нуза, Друз, Блясибас, Нуза, Биг, Биг, Зота. Семья – это дружная семья. Там есть бабушка, дедушка, мама, папа и я.